Римских бань смотреть. И вот они начинаются, где мы купались, но я сейчас сделаю. И вот так вот эта вот сероводородная вода всегда 18 градусов, то есть она всегда, в общем, теплая. Сейчас здесь на самом деле совершенно не 18, а больше градусов 23. Поэтому, ну вот. Вот так вот она вся. Очень хороший показатель парковки. Смотрите, для инвалидов, мото, для колясок и просто парковка. А если у нас белая полоса, смотрите, это бесплатная парковка. Видите, они стоят, здесь не нужно платить. Если бы эта полоса была, например, желтая, то парковка запрещена только на разгрузиться или загрузить, да, что-то. Ну, временная такая парковка на пару секунд. Вот, например, видите, или ограничение. Въезд в гараж или еще что-то. Вот она желтая. Если полоса синяя, то нужно искать, куда платить. То есть вы можете сразу не увидеть эту полосу, то есть не увидеть платежный аппарат. Но это не значит, что платить не нужно. То есть платить придется. Лучше его найти, чтобы потом не было штрафа. Ну, вот так вот как-то о парковках. Да, еще есть зеленая, это зона резиденциаль. То есть зеленая, это когда парковка принадлежит определенному коммунидаду. То есть у вас должно быть разрешение на машине висеть, что вы принадлежите к этой части коммунидада. То есть в таком случае вы можете ставить парковку. Ну, вот такие вот как бы ограничения, чтобы сюрпризов не было. Ну и, конечно же, мы должны посмотреть банковскую недвижимость. Зачем же мы сегодня здесь собрались? Вот, пожалуйста, банковская недвижимость. Выглядит она, конечно, не ахти как, но не надейтесь, что ее можно встретить на сайтах, на коммерческих сайтах. То есть это специальное предложение от банков, от знакомых через банк. То есть для того, чтобы такая недвижимость оказалась в вашем поле зрения, естественно, нужно обладать определенными либо навыками, либо связями. То есть чем, в принципе, обладают агентства по недвижимости, на чем вообще зарабатывает этот рынок. И сейчас как раз вот мы начинаем набор на новый курс, то есть в школу профессионального покупателя, как вы уже знаете. И буквально 1 сентября у нас стартует первый курс, где мы готовимся к приобретению недвижимости. Недвижимости без посредников, недвижимости без больших комиссионных посредникам. То есть что можно на первом курсе, что нужно сделать для того, чтобы найти такую недвижимость, чтобы встретить такую недвижимость. Во-первых, нужно обязательно изучить особенности рынка в разных регионах Испании и выбрать для себя оптимальный вариант. Это мы предлагаем сделать на нашем курсе нашей школы. Кстати, подробности по курсу вы можете увидеть под этим видео. Обязательно найти максимальное количество объектов от собственника, от банка, от застройщика, как максимально минуя посредников. Обязательно просчитайте заранее расходы, предполагаемую прибыль, еще до покупки.
покупки, разработайте стратегический план аренды, чтобы быстро настроить источник последующего дохода. Опять же, это мы делаем на втором курсе нашей школы. Изучите, пожалуйста, все необходимые документы, которые необходимо проверить в процессе сделки, чтобы иметь полный контроль до начала выбора, до получения ваших ключей. Научитесь проверять все, что вам говорят, не доверяйте кому попало. И рассчитывайте сами рентабельность вашего объекта недвижимости. Если вы готовы к серьезному шагу, готовы вложить деньги в зарубежную недвижимость, начните с себя и собственной подготовки. В принципе, для чего я и создавала нашу школу профессионального покупателя «Сам себе риэлтор». Подробности под этим видео. И для того, чтобы никто не смог сбить вас с толку, и никто бы не использовал, чтобы никто не смог использовать вашу доверчивость в своих целях, ребят, готовьтесь. К приобретению недвижимости стоит готовиться. Это не самый дешевый продукт, который вы покупаете, и не часто, так часто вы их делаете. Ну что, внизу под этим видео ссылка на школу. Подавайте заявку, вы еще успеваете. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.